броня нужна кому-нибудь? Так, лыдок я тебе отдал, лык, сейчас начнется. Зелина, ты тут? Я, да. Что с Нетом? В порядке, нет? Я пинг рисую 420, не знаю, что будет в рейде. Хуя, полетели мобал, бьём. Вот эта херня нужна кому-нибудь? Мейн спек. Оф спек. Бля, давно такой синдры не было. Угу. Мейн спек. Ровно целая одна РП назад. Точно такая же синдра. Да не такая же. Ну да, я два сопрота там выпила, если чё. Так не меня не было, знаю. Это вас, в вашем рейде, мол. Нет, 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 это именно в ДВшном 2 недели назад было то же самое. Чё-то я такого не помню. Просто Лёха там психанула, пару косарей ГП въебал. И ещё кого-то... Не, меня в воде не было, ты такие страсти рассказываешь, я пришёл... Чё-то я тоже такую синдром не помню. То ты в первом, наверное, рейде был. Не-не-не, было-было. Ну, либо... Не 2 недели, а 3 недели назад. Он точно не очень давно. Я вообще-то про такую синдру первый раз слышу. Я себе начислил, потому что идиот сказал вам разбивать последнюю глыбу на притяжке, а ее не надо было разбивать, у меня ДБМ багнулся. А там надо было центральную разбивать, как только стояла левая глыба и по центру, и появилась метка, або резко разбить центральную. Да, сейчас закину баг. Я осколок выиграл, а сейчас. Там осколок был? Да-да-да, я сродил. Хорошо. Посмотри, у тебя же есть тогда был лут, получается. Ну, осколок я не видел с этого босса. Бля, ты должен увидеть, когда кто-то получает добычу. Это я видел уже. Это уже видел. Враз КЗ не дал его, по-моему, сразу. Фу-фу, вразка не идет. Так он мой. Какая разница? Зачем мне, блять, потом его забирать? Что на этом боссе похилить, потанчить, подамажить? На этом боссе будет луцини, алоэ док. Мне просто интересно, ваша логика была, почему мы в мейн рейде спекаем 6 хила, а здесь все решили, что в 5 хилов все спокойно прохиливается. Ну потому что не нужен 6 хил на этом боссе. Ну типа дело ж не в хилах было сейчас. У тебя проблема была только в освобожденке, грубо говоря. Ну когда 5 хилов, по-моему, это... было в освобожденке по луциню, если не ошибаюсь. Да нет, не в освобожденке там было, там было в том, что... Проблема в том, что люди не могут, всех люди смотрят на свои циферки, а не смотрят на то, что у глыбы 50 тысяч хп. За глыбой не скрыть. Он был луциня прохилил. Ну да. Это, ребят, поставьте ее там на замену, что-то мне прям кировать. В каком смысле? Что с тобой случилось? Блять, короче... Его дно прорвало. Гигиенического характера проблемы. Монород здесь. Розелина. Розелина лагает, еще ставь Монорода. Монорода давай. Встают она. Суманти. Суманти, Суманти Мэнни. Бля, ты слышишь, Вой, ты когда врубил? На синдре стрим, что? Фулл рейд. Все записывается. Лёха подкрался, да? Рыбу поставил.
Кушайте рыбу. Метки поставил под зеленого, под красного, куда мы выносим его. На боссе будет алоэ док. Хотя, алоэ док, может ты в кукле побудешь? Да, мне без разницы. Давай ты побудешь в кукле, а луцин на боссе. Луцин меньше пропал на станчет. Да, вроде да. Ну все. Так, лейбаб даю. Перед третьей фазой Даркес повесь, пожалуйста, на враз в СС. Диплотанк. Вот ДК и... Ну, народ, да? Тут? Так, вразку трогать не надо, диван будет сдавать, мы народ. Ну, тут самый слабый. Давай, мы народ. Дай под рейдом МДП. Даю чек на готовность. МП5 под рейдом, дай? Да, Даркес, именно так. Спасибо. Игги на диван есть на туре? Да, на мэйне первая группа паладин. Все, все готовы, все здесь, даю отчет. Я что-то... Подожди, попью. Япончик на себя поставь эту метку, чтобы за тобой РДВ верили. Я жду лучше и веду его в красную, брат. Да. Левее отошли. Рога и Мэнни, не вижу на вас Сапрога. Что-то новенькое. Какой Рога без Сапрота? Кровавый взор. Стопайте. Стоп ДПС по боссу. Все стопнули. Все под босса бежим. Все бежим под босса. Смотрим на ком какой дебаф. Если на вас зеленый, вы бежите в зеленую метку. Если на красный, то в красную метку. Прохил. Смотрим сейчас за бомбочками. Точнее, за перемешками. О, полетели, отбежали. Красный у нас выходит. Красный выходит. Вышел красный. Все отбежали подальше. Мяко. Мяко. Он к боссу беги. Ага. Каких пор он? РДД, кто где стоит, в кучу сбейтесь, пожалуйста. В одну кучу. Пельмени. Зеленый выходит. Замедлен. Опять в кучу встали. Босса быстрее, быстрее, быстрее. Радан. Босса под стол поставьте, ты что утворите? Под стол? Окей. Я тоже смотрю и понять не могу, что за новые строты. Красный. Я вначале спросил, умеет он кончить? Красного залить. Кирмперсик, поднимешь медведоёжа. Смотри на Обаму, когда зеленый уходит, вот здесь держишь, когда красный, у кого другого стоит. Смотрите за процентажом. От зеленого встали.
на 38, по-моему, должен стопать, да? Видите, пока. Примешек. Стопайте. На перефазу веди его. Стопайте, дамаг. Сначала красный, потом переводим. Там бомбу он выложил аккуратно. Роня. Бомба. Ничего страшного, пельмени. Все, все под боссом. Все под боссом. Все по своим меткам. Может получиться что-то любопытное. Веру даю. Веру. Конечно, веру. Волин, Волин, выбегай, Волин, выбегай, Волин, выбегай. Убегай, убегай от красного, убегай от красного, убегай, блять, от красного. А не на месте бегай. Все под босса. Против часовой стрелки. Все в одну кучу РДД. Ближе, плотнее. Лево. Лево. И сразу же возвращаемся. Обратно, обратно. На 4 стаках заберешь луцинь. СС по мэнни. Забирай. Мэнни, отдавай СС. Ой, СС, блядь. Диван. Алоиду. Пал. Все есть. Давай. Где СС по мэнни? Все. Выводи, выводи, закопай. Быстрее выводите его оттуда, а то у нас сейчас ужин уже. Доконает. Еще подтягиваем. Еще, еще, еще. РДД, подальше чуть-чуть отойдите. А то сейчас сразу же нам влетят бомбочки. Четыре стака. Там, хорошо. Замечательно. Идите на... Там осколок. До лича. Бля, че у меня с голосом? Похоже, мне надо по новой тактику рассказывать, потому что и на зеленого никто не оббегает, все стенку летят. Босс хуй пойми где. В смысле, 16 минут надо уйти. Столу и надо лететь, как бы, да? Куда, в стенку? Столу. В стол надо лететь, к столу. Какой нахуй стол? В ту сторону, ёпт. В центр летят, когда зеленый взрывает. Фазу? Да. Ну, это когда на перефазе особенно. Центр чего? Центр комнаты. В центр стола, вот прям центр стола вымеряешь линеечкой и туда летишь. Не знаю. А что там будет потом, баф? На следующем МРТ поспрашиваю. А сколько видаю же спеков? Это на танк он так рулит? Какой у него основной спек, кто знает? Мейн спек у него медведь, как написано. Мейн спек у него медведь, да. Сука. Да, я бы тоже тебе с радостью отдал. Розелина, что там с пингом? Дай лутера, я панчу. Ну, сейчас 270. Кирса, у тебя что? В плане. Какой? Это да, все к столу отлетали, если типа в центр надо. Есть кем заменить? Через 15 минут уходить. Было бы проще, если бы ты сказал свой ник. Персик. Вот, теперь проще. Смотри, Нарсиэнс ушла.
Розелина лагает. Шторы. Шторы, ты там как? Я даже согласен, я ВП сниму. Раска, подожди, не согревай. А вам кто нужен, ДД? Нам нужен РДДшник. Япончик, у тебя что, пинг сильно прыгает, нет? Нет, у меня хорошо все стало, я перезагрузился, у меня все стало замечательно. Ну, у тебя сколько пинга? 120. Ну, вместо 8000 это замечательно. Ну, у меня было 13. Так. Настя здесь. Ставь, короче, шторы в рейд, может, он разлагал. Проверь. Хрен знает, сейчас в Долоранта пэкнусь, посмотрю, там пинг вырасти нет. Волин, ты меня очень сильно беспокоишь. На лече ты меня точно будешь очень сильно беспокоить. Ну, тогда поменяй, я тут впервые в Дере. Я могу уходить? Остаешься пока. Нет, я здесь не буду в ШП, я здесь буду в хиле. А, Гермперсик. Ладно, иди на замену. Что родишь в рейд? Пока тут, спекайся в сову. Может, я в Лема? Просто отец ты? Нямка. А, нямка. Ну, вообще, как бы нужен очень сильный Лем, но у нас женек есть. Ты пока тасуешь, 5 минут есть? Да. Я дошел тогда. Бля, и Лем хорошо, а 2 лучше. Это перевод? С таким пиздатым замедляющим на этих. Качай алхимию. Будет хватать. Я не вижу смысла дальше что-то тусовать. Мы таким составом пойдем. Волен, посмотрим, что, как он себя будет чувствовать. Если будет сильно тупить, поменяем. Расскажите пока что тактику. Мне нужно отойти буквально на минутку. Тем людям, которые здесь не были. Здесь, скорее всего, не были Кровавый Взор и Волен. Это Рога, первая группа, и Фульпаладин. Идет он, если что, все это. Освободился от своего недуга. Холи Паладин, а в обычке ты был? Доброго времени суток. На профессоре ты даже тактику обычки не соблюдал. Тактику открыл на стриме, смотрим. Дорогие подписчики и гости моего канала. Добро пожаловать на гайд по боссам Ледяной Короны в режиме 25 героев. Если вы хотите посмотреть тактики по другим боссам Ледяной Короны, то тогда добро пожаловать на мой канал. Я подробно расскажу тактики на того или иного босса в цитадели Ледяной Короны. Вы ознакомитесь не только с тактикой, но и с нюансами боссов. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте... Там перерыв сейчас или что? Ставьте палец вверх. Сегодня мы разберем основную тактику на короля лича в режиме 25 героев. Итак, начнем. Урон за бой идет физически, сил льда и сил тьмы. Рейду нужно встать треугольником. Мейн танк берет лича и становится с милишником по правую сторону. РДД хилы встают по левую сторону платформы. А вот этот танк берет Кирс, Ямка, и шаркарей и становится по центру отверного жаркущего ужаса от рейда, так как данный вид моба наносит фронтального удара. Бесфонтовая тактика.
Это ты чей стрим рубил? Не знаю, какой-то видос набрал, тактика, вот всё. На полэкрана фреймы, как тебе? Да у нас РЛ рассказывал тактику так, блин. Просто геру с пула и бьём. И заливаем. Мне все время тоже так тактику научили. Еще раз говорю. Кровавый взор. Почему на тебе нету до сих пор сопротивления? Кровавый взор, ты здесь? Да-да-да, тут. Почему на тебе нету сопрот? Сейчас я куплю. Последняя китайская. Еще раз я тебе напомню, или япончик напомнит. По поводу сопрота, просто кикнут гильдию. У нас есть всего лишь три босса, четыре босса в ЦЛК, на которых обязателен сопрот. Это Синдрагоса, это Профессор Мерзоцит, это Лич, это Джайна. То есть это последние боссы. На Леди, на втором боссе, пьют сопрот, и в основном у нас хилы. Ну и на некоторых боссах танков касается. ДДшники пьют обязательно, только на тех боссах, которых я назвал. Короче, у нас с этим строго. Если придется мне еще тебе раз напомнить, или Япончику, или Войду, или Вайге, можете сразу его кика съеди. Че, мы будем начинать кровавые и Луцинь вот тут? Сейчас он идет. Проценты фаз леща 70% и 40%. Шторы, ты где? Розелина? А, нет, шторы. Жрёшь? Жри. Всё, встаём. Так, чё, Луцинь у нас на боссе будет? Алоэ Док, поддержишь Аркарей? Или лучше... Не, давай, ты у нас побудешь на боссе. Ты у нас уже вроде научился. А Луцинь у нас побудет на Ширкарях. Во Фросте? Да. Еще раз давайте чекаю. Если все готовы, то запускаю. Кроня. Парада. Каску обновите по ней. Вага, ты здесь? Еще не запустили? Нет. Можно я разводнусь? Давай быстро. О, премиум. Все, все здесь. Перезагрузился, нормально все? Да. Да, я чисто ради премиума. Опустил босса, все вставайте. Напомню, на пол на ДК, как на Синдре будет. После первой ловушки РДД сразу же спускаемся вниз. Неважно, на миле как она была или на нас. Вообще фокус, спускаемся вниз. Проверьте свои сопроты, если там меньше 20 минут, обновляйте. На перефазе будут. Кто водить будет, пишут метку. Водить будет... Да, промоут просто. Мага будет водить, наверное. Помощника, не. Да. Шаман, хилы поставьте, мили хас, зачем сопро? Окти есть. Я
Да-да-да. Вниз. Чума 2 секунды. Достанете, нормально. Луцин. На мне. Великие отбежали, хорошо. Улетели. Ну что началось-то? Делать ловушки. Дальше идем. РПД. Кто взорвал мили ловушку? Разбойники. РДД. Шторы пишут, что он завис. Минус 3 сразу же идти. Не пойду. Надо падать. Падаем, ребят, давайте упадем, нормально пойдем. Минус 3 скула, это жопа. Шторы, по-моему, по КД вылетают, да? Не, у него два каппинга, у него сегодня там что-то там делают. Можно его убирать с рейда. Ты лагаешь или как так? Лагает, убирай его с рейда. Блин, из-за этой фростовской лужи херово видно лужи. Я понял, шторы. Наверное, буду себе за спину кидать. Блин. Тортика, что ли, запускать? Ну, ей, конечно, на фу пойти. Тортик, ты здесь? А да. Чё люди на замене-то они? Что, все лагают? Да, это да. Все лагеры. Не, Йотан не лагер. Ну, я могу зайти, но я только ДД, а не РДД. Давай на друида зайду. Давай на друида заходи. О, мгновенно пишет, не лагает. Между делом надо монорота с лича убрать, ему тут ловить. Урона у него тут мало очень. Рыбу поставил слева. Разбойники, ловушка. Очень долго она появляется. Ой, Винги, я не взрывал ловушку, я отбежал, блядь, почти к шипу. Я говорю не конкретно про тебя, я знаю, про кого я говорю. Если появляется ловушка, нужно от нее отойти. Потому не что как только вы в нее зайдете, рядом стоящие люди тоже вместе с вами отойдут. Вага, слышишь? Да. Роги, не забудь ночи. Сейчас только я возьму вас. И сумальку. И воду, пожалуйста, поставьте сразу. Прям прикольно, стрелочка показывает, как ты в рунже или... Мы тебя суманим. Да. Краузер, не знаешь, за что тебя начистит? Нет. За ловушку. Так я же стоял во фрейме с самого начала Роги и бегал. Я взорвал, и из тебя еще отлетел Лолрей. Дайте рыбу, пожалуйста. Ты когда о, стоишь во фрейме, ты все равно запаздываешь. Ты не бежишь в одном фрейме со мной. Смотри, где я улетел. Вот ловушка была, вот здесь. Ты там не вот мог здесь. Улететь. Ну да, когда бежишь за человеком, ты все равно можешь не успеть. Видишь ловушку? Ты ДБМ скачал? Да, конечно. ДБМ тебе сигналит, что на вас ловушка, милики. Возле вас ловушка, да. Ну либо на вас, неважно. Выбегаешь просто вперед вместе со всеми миликами. Не надо стоять ни в чем фрейме. Там стрелочка должна появляться, блять, когда она зеленая или какого там. А че ты выбежал из ранжи? Если вы все бафы получили, встаньте, пожалуйста, по местам. У нас времени остается 20 с небольшим минут. Я запускаю босса.
обновлять бафы, на ком чего нет. Крика нет. На Микадзе Луцинь еще можете успеть покушать рыбу. Хваленые силы света. Мне бросить ледяную. А их даже нет. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. На пол ДК отдаете. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РДД вниз. Чума, 3 секунды, смотрите. Так почему быстро выносить? Парада. Вы там чуму обратно забрали? А, на моде. Зачем? Этого отдай. Вынеси. Лежали нямка. Дисперс дек. Враска вынеси. Че с дебафом-то? Алоэ умер. Вижу, что алоэ умер. Дебаф был. Вас танк от чумы сдох, либо... Там 7 секунд, 7 ставков было, на меня прикинь. Падайте. Что, прикол, что ли? Там чума прыгать начала по рейду. Там кто-то вынес. На ком-то был моб, он вынес и с этим мобом побежал обратно. А когда я затаунтил этого моба, ну, его затаунтили обратно. Луциню плюс хилы всем по 250. Ну за что, я не умею это диспелить. Ну, кто умеет диспелить? К тому же я не в гильдии. Отмазалась. Удачный у тебя класс. Не, шаманом бы я 100% продиспелила. В этом даже не сомневайтесь. Я вам вижу два диспела от меня, нямка и враска. Когда нужен был диспел, вы не продиспелили. Ты это эснишь, Настя? Полина. Так я же мертвая. Бежать? А, мне показывают... Себя! Семь стаков на меня. Лёх, давай я себе начислю, а остальным хилам не надо. Тогда начисляй себе 1000. Плюсуй за остальных хилов. На мне была чума, которая танка убила. А чё, вот обычно, ну, обычно в рейдах назначают человека, типа, ник называют, ты диспелишь, типа. Чё тут так не делается, что ли, или как? Как вы это делаете? Вот сложно нажать одну кнопку, перед личностью 30 секунд. Просто тут-то, видишь, спросить не с кого, тут сразу всем надо начислять, а так был бы один ответственный. Ну, типа, нямка диспель там, блядь. Как не с диспелл ДП? Тут прикол в том, что моба с чуму, которого я затаунтил, затаунтили обратно. Я не знаю, как это произошло и кто это сделал. Да, мага есть в АУЕшке. Но там же время таунта.
Он не успел ко мне дойти и побежал обратно. Нельзя сорвать, пока агро там несколько секунд он... Так вот именно. То есть он пошел в мою сторону, а потом раз развернулся обратно. Ну это рофл какой-то. Да, он я не жал, это точно. Просто на нем набрали агро. Чтоб тебе баба забрать, тебе надо быть недалеко от него и дать в него увечья. Тогда на тебя мог пойдет точно. Ну я ж с шаркарем не могу побежать за ним. Можешь. Звездные огоньки. Поможет? У медведя? Да, он же тоже там дамажит чуть-чуть и агр. Да. Волшебный, может быть, не звездный. А, ну да, да, волшебный. Ну, он практически ничего не дает. Я вообще не понимаю, как можно проебать танк? Реально, как можно проебать танк в диспеле? Все тут, если что, full buff. Долго что-то сидим. Уже пора бы запускать, добафается, пока босс будет спускаться, не? Или что вы хотите? Да, сейчас. Хотим, чтобы ты взорвался, Войд. Да? Приста, по-моему, нет. Такой бывает? Банкан только. Женёк, ты тут? Женёк. Запустил босса, все готовы, все здесь. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Да, кто тебе сказал, что меня на РТ не будет? Ты сам это говорил. Мне обязательно быть в игре. Он мысли с нами. Рога умер с пула. Ирисон умер с пула. Милики. Смешите босса. Тысячонку заработал. Чума сейчас будет? Как Рога умер? Черные ночи. Черные ночи. Не, несу, несу. Рано с диспелили. Диспел. Я после пула объясню. РДД. Если босс стоял во время пула. Алрай, вынеси. Милики. Дальше пробегаем. Сейчас чума будет. РДД перебежали, разбор. Где спал? Уже, уже. Что-то сейчас на РДД был, РДД показал. Подальше чуть-чуть от бурдалака подойдите, с шаркарями. Последнюю чуму вынесите сейчас.
РДД, перебежали чуть-чуть в Росгорн. Женек. По Япончику, да? Подальше, от Шаркарей, подальше. Давай. Забери Шаркаря. На Миказе второй дух на переходке твой. На пол. Заберите Шаркаря. Не стал Фуцини. Приказа. Я проморожу вас насквозь. Все нормально. Ага. Кухо забирай. От морда отдадите. Хирогу принципиально не поднимает. Да. Он валяется сейчас под боссом, как мы его будем писать? Я про первую фазу имел в виду. Слакает много, пусть полежит от этого. Там что, Шаркар без чумы? Да. Бейте Шаркаря, веди духа сюда. Может уж наоборот, сейчас весь рейд задыхает. Сферу сначала. Все в центр. А, духа повернули. Я могу встать. Пока тут, поднимай Лрея. Вставай. Хил печенька. Диспел танков. Диспел танков. Забери духа, уцени. Осквернение 5 секунд, разбежались. Амикадзе. Дайте сейф. Не дохил. Отдал. Можно? Добейте дух и Шаркаря. Жесть. Инна, понятно, можно? Не работает, нет? Сквернение. Хил печенька. Ромки. Черные ночи. Поднимешь медведоежа, медведоеж броню. Войд, поднимешь Даркеса. Все под... отбежали. Сейчас осквернение будет. Осквернение. Прохил быстрее всех. Забафайте. Ну, по шаману дайте нам. Шаркарь, похильте, блин! Что-то да будут Шаркаря добивать, нет? Что он прохил? Стан печенька, стан печенька, стан печенька. Вот ключи хапнулось. Валики в разные стороны прилетели. Потому что, блять, за спину никто не отходит, осквернение сейчас будет. На танке, отошли. Доложитесь, вы не пройдете, а не платят. Потому что, блять, лицо жопой. Забегайте, к трону никто не идет. К луже последний. Ложки не дохил просто. Ложитесь. Вы слышите, блять? Вас хилы не хилят вообще. Забудьте нахуй свою привычку держать его лицом к луже последний. Да ты понимаешь, что вальки не могут в трон полететь? Они Леш, летят либо лево, либо... Лагают. Жестко лагают. 5, 5, 6. При таком проседании рейда. Всем хилам можно начислять. Это первый нюанс. Второй нюанс. Я не вижу вообще этого абсорба по рейду. Почему? Я был два раза подряд в вале.
Ну, блядь, между валями ты можешь закинуть абсорб, наверное? Я и закидывал. Но не весь рейд. Я не адмирал, я не могу весь рейд за пару секунд... Я увидел абсорба, блядь. Когда ты был не в вальке, я увидел 5 щитов, блядь. 5 щитов, ебучь. Понимаешь? 5. Людей 20. Неужели ты за 15 или сколько там, 20 секунд кинул только 5 штук? Я вижу полрейда в щитах, а ты видишь 5 штуков? Всего лишь 5. Блядь, ты зайди на стрим. Я вижу полрейда в щитах. Зайди на стрим, глянь, что ты делаешь. Тебе проходит 20 секунд, только 5 щитов. Это первый нюанс. Второй нюанс. Элрею, нямки. Начисляй по 250. Луценю еще 250. За шаркаря Луценю, ЛРЭю нямки, бежите дальше вперед. Вперед танк. С перифазы. И ловите, а за что блядь. За шаркаря? Ты видел, что у тебя с шаркарями? У тебя стоит два шаркаря. Появляется третий. Ты его, чтобы. Ты его не забираешь, он стоит на войде. У тебя два тех умирают. И ты только этого, блядь, забираешь, когда с тебя уже чуму здесь. Потому пойдет. Что они должны были ауе. Я стою за РДД зоной, я не могу повернуть шаркарей, а таунт у меня просто не достает рейндж. Я выводил шаркарей, чтобы РДД зону не зацепить. А чё ты выводил их? Шаркарей ауешат перед собой. Даже если ты будешь стоять на краю, блядь, и повернешь их в сторону обрыва, не уешали. Они только перевешат. Еще есть время на пункт? И там вот зайдешь на видос. Там, блять, войд стоит, хуй знает сколько по времени. Его шаркарь практически убил, блядь. Хуй сколько знает времени, и ты стоишь. На рендже таунта? На рендже таунта. Не было даже меня там... на рендже таунта. Если бы я был на рендже таунта, я бы затаунтил. И посмотри видос. Пускай просто алоэ зайди... постоит на шаркарях, может лучше будет. Зайди посмотри видос, если не поверишь. Ну, типа не веришь. Ты стоишь, возле тебя появляется шаркарь. Там, блядь, чем угодно можно стать. Появился шаркарь, ты начинаешь своих отводить. Хуй пойми куда, а этого даже не забираешь. Он появился после того, как я отвел. Можешь посмотреть видео, там все видно. Посмотри, вот именно, посмотри. Когда появляется шаркарик, когда ты...